В Одинцовском историко-краеведческом музее открылась выставка «Дыша одним дыханием с Ленинградом». Ее название – строка из поэмы Ольги Бергольц «Февральский дневник». Выставку приурочили к памятной дате – годовщине полного снятия блокады Ленинграда в 1944 году. Присоединиться к событию можно было также в онлайн-формате. Директор музея Светлана Раханова отметила, что эта выставка уже стала традицией и не теряет с годами свою актуальность.